Президент Беларуси видит уникальный шанс для развития взаимовыгодного сотрудничества с ЕС. Об этом глава государства заявил на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС. По словам Александра Лукашенко, первые позитивные результаты разностороннего взаимодействия уже имеются. Создана координационная группа «Беларусь-ЕС». Налажены устойчивые контакты между отраслевыми министерствами Беларуси и профильными департаментами Еврокомиссии в области экологии, экономики и финансов. Начато обсуждение вопросов взаимной торговли. На очереди энергетика, сельское хозяйство, таможня, стандартизация, научные исследования и инновации. Беларусь все больше воспринимается как полюс стабильности в регионе. Для урегулирования отношений между Востоком и Западом Александр Лукашенко предлагает запустить миротворческий Минский процесс. По словам президента, цитата, «конструктивные инициативы с нашей стороны способствовали тому, что Минск стал, по сути, идеальной переговорной площадкой по урегулированию украинского кризиса. Уверен, что в современных условиях ценность Беларуси как стабилизирующего фактора в Европе будет только возрастать, и это очень нужно для Европы. Европа всегда может этим воспользоваться». Также Александр Лукашенко отметил, что перед Беларусью не стоит и не может стоять выбор между Востоком и Западом. «Внешняя политика нашей страны последовательна и предсказуема. Мы налаживаем взаимовыгодное сотрудничество со многими государствами мира». Делегация Европейского Союза с двухдневным визитом в Беларуси. Комитет по политике и безопасности Совета ЕС следит за развитием международной ситуации и политическим диалогом Евросоюза.